Через Адам наши души перенесутся в ее святую... Эндрю Райан бросил нас в заблуждении и одиночестве посреди обломков вчерашних дней. Но София Лэмп показала нам, что мы не одиноки. Мы вместе. Мы одна семья. Поэтому, увидев человека, поставленного на колени, признайте в нем своего брата и помогите ему встать. София Лэмп учит нас. Добро в общности. Все неизменное есть истина. Среди она нас, ведет всех нас к неделимому по реке Адама. Дочь Он восторга, Элеонора, будет нашим судном. Смерть. В ней Он мы возродимся. У нас дитя, а вместе с ней и сам рай. Станьте воинами на земле и ангелами в небе. Восстаньте против него и отправьте его в ад! Итак, доктор, я пришла. Но не думаю, что эта бабочка означает, что я счастлива. Грейс, я слишком хорошо тебя знаю. Твое поведение определяется желанием иметь ребенка. Однако биологическая преданность настраивает нас против остального мира, который мы должны любить в той же мере. Твоя бедность есть свидетельство этому, однако твой голос вдохновляет многих. Я прошу тебя присоединиться к большой семье. Твое тело подвело тебя, но ты станешь жить во всех нас.
веруем в дочь восторга, святую спасительницу и миропомазанное судно, чья кровь с нашей кровью, грех с нашим грехом, разум с нашим разумом, жизнь с нашей жизнью поднимет нас из глубин, приступит низменное искушение и освободит нас от эгоизма. Мы предаем себя в руки нового и неизведанного, рожденного нашей общей силой и ведомого Агнцем. Пульт управления насосами должен быть где-то в дальнем конце здания. Учти только, что как только ты перекинешь дренаж на парк Диониса, у нас будет не так много времени, чтобы ты успел сюда добраться. У меня осталось не так много воздуха, но я выдержу. Закончи все дела в аллее, прежде чем повернешь рубильник.